Это как переход. Переход. А, вот на такой вот карте, вот прыгающие ловушки, блядь, чувак. С мостами. Сейчас будем думать с тобой. Не хватайте зелья сразу, берите их, что-то там. Так. Так. Ебать картона. Твою мать. Откуда они, ебать, они оттуда лезут? Двух сторон. Двое ворот, ебать. Это они, получается, отсюда ебашут. Ага, отсюда напрямик ебашут. Угу. Два портала, они будут по мостам идти. Я думаю, нам понадобится вот эта вот прыгушка, которую нам дали. А? Ловушка, прыгушка. Давай, берем ее. Так, а дверь нам понадобится добиться вот это вот. Какая дверь? Вот это как я, настенные шипы. Такие. Не знаю, она поставится, надо посмотреть. Просто на нас, насколько далеко она, можно ее поставить. Она маловато. Она там вообще мало, на самом деле. Она никуда не ставится, кстати. Не, нахуй тогда. А у меня ставится, но... Сколько это пиздец. Я понял, как мы будем тут работать, чувак. Короче, А это самое, на стену ставится? Тесно. Есть куда повесить? Да, можно повесить. Надо тебе вот здесь ставить, короче, этот, вот так вот эти вот подпрыгивающие, чтобы они скидывали их вон туда в пропасть. Ты поворачиваешь их. И вот так вот по два прям вот так вот. Раз, два. Ебать, тут пойдет народу, я ебу. А я вверх не возьму. Вот костяк. От этой толку не будет. От этой тоже толку не будет, если они прорвутся. Здесь смысл бочку взять, вот здесь поставить, если не пройду, сорвать. Бочку, говоришь? Так, а на потолок можно тут что-нибудь повесить, интересно? А тоже повесить? Нет, еще не повесил. Смотри, тут камни висят, чувак. Да, я знаю. Не пройдут, короче. Это не моя. Так, денежную тут ставить некуда, чувак, прикинь. Да, здесь денежную никак вообще не камнят. Тогда я продаю тоже. Точнее, не продаю, а убираю. Ага. Такая стрелялка. Интересно, я его возьму. Ну, если на стены шипы взять. Ой, шипы просто. Ну, по сильной же медного сенсора я вообще страдаю. Стражи. Ага. Лечилка для стражи. Окей, не пригодится. Это еще что-нибудь взять одно такое интересное. Ну я в принципе вот так взял. Я бочку взял, я откидывалку взял. Стена не нужна. Все, наверное. Начинаю ставить тогда. Ну, ставь. Так, где портал первый? Ебать, всякого народа полезет. Тут и огр, тяжелый пехотинец, и охотники какие-то, блять. Они с луками, походу, будут, чувак, понял? Так, тогда я около первого портала ставлю на стену. Сейчас смотри, одну. По тебя будут стрелять мобы там. Боссы тихо. А как насчет такого? Так, одну поставил. Даже взять нечего, пиздец. По прыгушку взять, поставить как-нибудь. А чё, два портала это... Нам два портала защищать? Да. Ебать. Надо через мосты не пропустить. Так, тут тогда еще одну поставлю. Это я оставлю здесь. Еще и бабла больше нету. Зря ты это вообще убери вот эту хуйню, чувак. Смотри, она. Там радиус поражения показан, видишь, она даже не достает, короче. Ты чисто все ставь эти подпрыгивалки. Сейчас я тебе покажу, как это ставится. Вот так, смотри, ставь, чувак, иди сюда. Понял? Вот так вот. Сначала вот так вот лесенкой, а потом те, которые останется, я сделаю, видишь. А потом остальные поставишь на стену вот здесь вот этими стрелял. А, вот здесь. Я понял. Потом можешь вообще продать это. А, уже поздно. Ну перезапускай, потому что нам по-любому эти подпрыгивалки нужны. Они не будут вообще дамажить. Там же показан радиус поражения. Ну, да, я вижу. Да я думал, что все-таки пробивай. Давай ты верхний возьмешь, а я нижний туда. Верхний, по-моему, полегче будет. Так, а что тогда еще здесь? Да, возьму. Не знаю, амулет. Вот это что он дает. Устанавливается активный режим, и выпустил от себя союз. Хотя зачем мне?
А шипы я взял? О. Вот это... Телефон. Оля! Аттракцион, блин. Да, аттракционы, блядь. Аттракционы, нахуй. Так. Дальше, значит, вот так вот ставить. Так. Ты говоришь, какой мне верхнюю взять или что? Что верхнюю? Да, верхнюю буду. Я уже на нижней поставил вообще. Ну, я вижу. Что такое? Продать. Так, сюда и да, кидать их. А, ну, не, продать их если вначале, то можете продать. Это будет последнее, что вы увидите. Где? Ну, сюда, мне больше. Все. Ну, видишь, как я поставил, чувак? Ну да. Ей там, где двое с шипами, да? Ну, шипы можешь не ставить, шипы это импровизация. Главное, чтобы эти подпрыгивалки были. Не, ну, все а нет, шипы было. Не ставь, шипы не ставь, у тебя стена есть, лучше эти. А, ну, стена, да. Вот эти вот прям ряд поставишь, чтобы до самого упора. Все легче будет по-моему. Так. Вот так ее ебануть. О, ништяк вообще. Стоит им. Да, прям всю стену вот так. Там, до самого этого, блядь, чтобы было. Все. Ах, они будут идти, будут сносить все. У меня стенка прокачана. Так, а вот тут у меня не прикрыто, ну ладно. Тут я уже буду. Так, ну все, в принципе, я готов. А там вагонетка ездит, и там стрелять не надо придется. Да, тут будет непросто, почему-то мне кажется. Так, ну сейчас они с твоего входа полезут. Давай, пойдем. Ну все, что ты ко мне подбегай тогда. Ты посмотри, там по карте показывают. Все, запускаем. Давай, я еще что около тебя сейчас тусуюсь. О, лучники, лучники. Ты двигайся, они будут тебя убивать. Я понял. Со всех щелей лезут. Ох ты ебать! Прикинь, вот этот, короче, чувак, он быстрый, блять, он ядом отравляет. Беги, смотри, не пропускай его близко. Я понял. Он типа на тебя прыгает такой, и, короче, когда бьет, типа ядом отравленный. Они атакуют баррикаду! О, чувак, надо перезапускать, я неправильно ловушки поставил. А чё? Я поставил ловушку, перекидываю, так тебе перекидываешь, блин. Да? Да. Ну так я поставил к тебе тоже перекидывать. Что это будет? Ну и пускай, пускай летает. Охотимся. О, у меня пацаны порисались. Бежал, убрать. Вижу. Блять, я там. Ладно, хуйня. Давай, иди. Бля, ловушка не действует на него. Ебать, он все их активирует, падла. Убить его, надо убить. Они уже почти здесь. Леон нас убьет. Да. Прикольно, они летают такие. Куча мертвых орков! Ты бы видел такой ебальник? Не-не-не. Так. Чё-то в орков полете с тысячи какого-то года. Чё-то выжженные ловушки что-то осуществляют, чё-то орки в полете. Пацаны, ловите! Ко мне побежали. К тебе прилетел, прикинь. Да ну что не волнуйся. Твои улетают, короче, а мои, бля, к тебе прилетают. Я живу ради того, чтобы убивать орков. Чу летели. О, сейчас еще одну стенку ебану. Бля, реально замораживает эта самая стена. Полетел! Заебись.
так, не хватает бабла, ладно. Победа! О, ебать, его, блядь, вагонетка сбила. Так, 700, да? Еще ловушку давай. Полетели, пацаны, полетели. О, блядь, хуй дойдете, сучки. Красный. Так, ну давай еще шипы, на шипы осталось бабла. Вы, блядь, обосрались, сучки. Нет, нет, нет. Ставь там, где, короче, скинуть нельзя. Вот здесь вот, шипу, здесь. Но там все равно ж, типа, не поставишь такую ловушку. Да. Все. Я, в принципе, готов. Эти орки должны сдохнуть! Эти орки, ух ты, блядь, вот эти элементали. А элементали откинь, тесно. Бля, позаморозил это, видишь? Они сидели. Бля, элементали улетели. Куча мертвых орков! Пускай подходят. Блядь. Надо будет там, где они лазят, еще шипы поставить тоже. Блин, чувак как-то время сбивает у этого хакера. А у него хп пиздец. Так, у меня пошли, я переключил вагонетку к себе. Да, если ко мне полетят, я тут их... Добью! Пацан, пацана, вообще порвали и назад! Прикинь, чувак, пацана ловушки попиздили, потом назад телепорнули полумертвого. Ой, чувак, нужна помощь. А, сейчас, я пришел. Сбивает, блядь, этого пидора. Ля-ля, и назад отправляет к тебе. А, попал. На это мы покончим. Орать. Еще четкая тема. Так, еще давай одну поставлю. Че, не ставится? Так, все. Это, у меня этот фугар идет, чувак, иди сюда. Сейчас. Бля, он крут, чувак. Нахуй идешь, блядь. Ебать ты шлюха, блядь, угар. Из него монетка выпала. Ой-ой, твои там прорываются, блядь. Я вижу. А, они все поулетели почти что. Один. Да-да, все вы поулетели ко мне. Вот он. Ну-ка, иди сюда. На тебе, пацаны! Там тебя ну? Да. У меня просто не улетает. Я их тебе приходил. А я назад. А я без. О, огр идет, и огр, чувак. Нужна помощь. Блять, у меня мана кончилась, я, блядь. Ох ты, ебать, он меня оглушил. Пизда, я взорвало его. Так, надо еще стенку поставить против огра. Заряжай, целься, огонь! Полетят головушки! Полетят головушки! Эти орки должны сдохнуть! Засните хуйца! Он полетел назад, ушел! Тоже назад! Летающие орки. Ну заебись, она замораживает и как раз это самое, дает время ловушкам перезарядиться. А поджигать, я думаю, вообще я не вариант. Поджигающие брать. Я тут говорю, тут по-разному. Вот это и тут рулит именно перевески такая ловушка. А там есть карта, будет, где будут охуенно узкие места и много молов. И там надо будет их перемалывать мясорубками всякими. Вообще там много надо ставить. Все нормально? Да. Пока но. Переведу к тебе. А я у меня скоро ловушка. Ну и месиво. Так, сейчас еще одну стенку поставлю. О, это так, так, я зацени, уже стоит этих. Почти полный этот мост. Так. Тут-то я не по тебе. Тут поставить еще одну. Не, лучше еще таких поставь. Прыгающих, прыгающих.
побольше. Чтобы вообще вся территория была заставлена. Я просто его потихоньку поставил, это самое, а то как-то сильно не бьет. А мне зацени уже, видишь, чувак, почти полностью, типа, мозг заставлен. Ну, норм, норм. Че, так, ну, в принципе, я готов. Да-да. Давай! Я сам сердце тоже. А тут элементаль-то не нужно? Ребята блатные. Там еще что за вега где-то сверху прикрою. Ну, пока не летают теперь. Это оно. Вот, я поэтому поставил, они прилетают, а за пизды получают от ловушек. И что будут прибавлять сейчас еще? А кто тупит? Там не стрелять будет, брать. Волгар идет, чувак. Да? Бля, у меня тут слишком много. Я его, по-моему, убью. Да, я его убил. Так я что там тебе помог немножко? Элементали. Ой, ебать их прыг. Чуваки, вы чё? Вас чё так много? Так, поставить ловушек, я думаю, ещё, пока время есть. Уи, полетел отсюда, быдло. Быдло! Летающее быдло. Опа! И вот с ловушками, все. Да, детка, да. Я так поставил еще прыгающие. Перечепка всего лишь. О, стражник. Забросит врага бомбами. Стражник гном. У нас больше урона, иногда бомбы гномы вызывают врагов небольшое кровотечение. В ближнем бою гном отбрасывает врагов назад. А ловушки что можно купить? Или сэкономить? Нет, одна. Ничего стоящего. Все эти монетные площадки, все мне точно. Покоплю на что. Так, ну я думаю гнома себе тогда возьму. Ну смотри, да, какая будет там еще. Возьми гнома. Так, ну в принципе пока я тоже коплю. Тебе его и так дали вроде, ну, не, ну да.